Всем привет, девочки. Мы сейчас мою косметику показываем. Это... Расскажите, что у вас в косметичке? Кисточка. Кисточка. Без чего вы не выходите из дома? Это... Это что такое? Ну... Вы забыли? Как это называется? Или давай еще раз. Как это называется? Блин, как же это называется? Нет, блин, давай еще раз. Девочки, привет. У нас сейчас я показываю, какая у меня косметика есть. Угу. Это у нас кисточка. Так. Хайлайтер. Хайлайтер. Правильно. Не, давай еще раз, девочки. Мы сейчас показываем мои... Так, давайте перейдем к блескам. Давайте... Мой блеск, который я искала. Ну ладно. Это или не блеск, она мне подарила. Да, правда, она об этом не знает. Это бальзамчик. Помада. Бальзам. Угу. Где купили? Рассказывайте, чтобы все знали, где искать. Как это называется? Слушайте, вы такая молодая и такая склерозница. Эми, ну как это называется? Сефора. Сефора. Сефори покупала. Это тушь. Угу. Это кисточка, хайлайтер. Это, кстати, хороший это блеск. Вот золотом яблоке купила блеск. Это духи. Это увеличение губ. Увеличение губ? Да. Прикольно. Это, ну, такой же блеск, только купила, ну, где-то. Ну, в золотом яблоке. Да. И ой, вот какой красивый, Стефани. Вот это я люблю. Ты у меня его забрала, так, я же его не... Котенок мой, накупалась ты? Бабуль не мучила? Моя морда. Оп-оп-оп, значит, головой залетает там какая-то грузинка, одна калинка, ловим глаза, левый, правый потолок. Ты теперь игрил, малыш.